Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль. На медаль и то не к спеху. Вот закончили б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. Буду жив еще? Едва ли, тут воюй, а не гадай. Но скажу насчет медали, мне ее тогда подай. Обеспечь, раз я достоин, и понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а тут гулянка. Нет гулянки, ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий. Вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И, явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я казбек и дымил бы папиросой, угощал бы всех вокруг, а на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как, мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Как когда? Много раз ходил в атаку. Да, случалось иногда. А девчонки на вечерке позабыли всех ребят. Только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И шутил бы я со всеми, и была б меж них одна. Но медаль на это время мне, ребята, так нужна. Вот сидишь ты на вечерке, а девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин. И вздохнул, и снова: нет, нет, ребята, что там орден? Не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль.